Сен-Джи находится рядышком с отелем Ясмин Бодрум. Мы опять вернулись в поселок Турбу Трейс. Отель Сен-Джи работает он 12 месяцев в году, в зимний период с сентября по апрель он работает только на завтраках, в летний период он работает по концепции «все включено». Стандартных номеров в отеле нету. Номер категории «Вилла», он идет двухуровневый. Стандартных категорий в отеле нет. Wi-Fi идет бесплатно на все территории, мини-бар тоже пополняется бесплатно. И гостиная зона. Гостиная зона, она вместе с кухней идет. Активной анимации в отеле нет. Проводится только живая музыка 4 раза в неделю. Для наших девочек информация. Ну, отель снаружи такой помпезный, номера ничего особенного, хотя категория вилла все очень-очень простое, немножко такое приставшее. Он с претензией на премиум, но не премиум абсолютно. Просто большие номера. Пляж, вход, песок. Есть пирс, можно с пирса плавать. В отеле нет активной анимации, отель достаточно спокойный для размеренного отдыха. Есть резиденции, то есть выкупленные виллы. Номера, основные категории, это сьюты и виллы. Стандартных категорий номеров в этом отеле нет. Как и активная анимация. Есть живая музыка 4 раза в неделю. Пляж пологий, с песчаным входом.